6 редакционных коллективов, 33 месяца работы и сотни тысяч проверенных достоверных статей. Общенациональный интерактивный образовательно-научный портал, о котором его создатели сегодня рассказали впервые, это вовсе не аналог Википедии. Такое сравнение некорректно хотя бы потому, что у этих двух проектов разные цели и аудитории. Одно из главных отличий еще и в том, что составлением российской интернет-энциклопедии займутся ученые, поэтому содержаться там будет только проверенная и достоверная информация. А это именно то, чего сейчас лишена Википедия, куда статью может написать, по сути, любой пользователь. Отсутствие механизма отбора квалифицированных авторов и отсутствие ответственности за квалифицированность этих авторов порождает большие проблемы при использовании именно в образовательном и научном секторах Википедии. Каждая из статей будет авторской. За создание краеведческих и национальных материалов будут отвечать именно региональные энциклопедии. Поэтому проект было решено презентовать в Уфе, где сегодня собрались ученые и авторы со всей страны. Итоговую версию портала планируется представить весной 2022 года, но с промежуточными версиями обещали знакомить по мере их готовности. Возможно, к выходу первый проект уже получит название. Пока энциклопедисты к единому мнению еще не пришли.